Тарифы повышаются тогда, когда предыдущие становятся убыточными. Это одна из причин, по которой тарифная комиссия Ставропольского края приняла решение увеличить стоимость проезда в пригородном автотранспорте. Региональная тарифная комиссия на заседании правления 23 июня текущего года приняла решение об увеличении тарифов на этот вид перевозок с рубля 17 до рубля 30. Рост составил 11%. В тарифной комиссии отметили, что предыдущий тариф действовал больше года, хотя цены на топливо в этот период повышали не раз. Других изменений в сторону повышения в регионе пока не предвидится. Постановление региональной тарифной комиссии об увеличении тарифов на перевозки в пригородном межрайонном сообщении вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. В настоящее время постановление пока не опубликовано. И переходим к курсу валют. Евро сегодня покупали за 40 рублей 31 копейку, продавали на 20 копеек дороже. Покупка доллара составила 27,83, курс продажи 28 рублей ровно. Что касается официального курса на завтра, американская валюта потеряла 20 копеек, итого 27,87. Евро стал тяжелее на 3 копейки. За единую европейскую завтра будут просить 40,42.